Вместе с нами молодое движение наших спортсменов, которые с уверенностью сдают нормы ГТО и сегодня на Невском проспекте. Давайте поаплодируем и получим наши руки. Барабанная группа наших третьим участникам, посвященная трехгодичному десятилетию города Эдварда Ильиной. И мы с гордостью говорим о себе. Мы из Санкт-Петербурга. Мы любим наш город. Мы гордимся нашим городом. Мы бережем наш город. И сегодня спортивное движение только начинает набирать обороты. Ведь мы можем говорить сегодня, что на Невском проспекте мы приветствуем людей, которые приносят нашему городу, в том числе и спортивную славу. Я думаю, что все мы наблюдали чемпионат России по футболу. Но мы еще скажем сегодня, я думаю, мы приветствуем команду «Зенита», которую также будем приветствовать на Невском проспекте. Сегодня мы чествуем героев современного Санкт-Петербурга, города, который нам с вами подарил самое главное, подарил возможность быть его жителем, быть гражданином этого города, человеком, сердце которого с радостью и гордостью наполняется этим единым чувством, чувством плеча, чувством петербургского жителя. А я вижу, что здесь можно называть сегодня Невский проспект как Валой нашей северной столицы. Появляется футбольный мяч клуба «Зенит». «Зенит» — чемпион! Ура! Я думаю, что мы сегодня с вами устроим ту самую речевку, которая поднимает стадион у нас. Один из лучших стадионов нашей страны. Мы продолжаем устанавливать новые и новые победы.
приветствует участников резиденции парадов. Главный артель этого города.